речь. Так, ладно, еще один раунд. И... уже точно закончим сегодня. Посмотрим. Нелегитимный ТМ-тренер VR Стрик, возможно, будет это не цель. Блин, так темно. ДК. Почти VR, да? Вряд ли, я думаю, там VR больше. А! А? Сливка? А? Be right back, но, блять, может правда вернуться. Логина? Типа Логина? Фанат Флинфорд Таргет, спасибо за 5 подписок. Подарочно, спасибо большое. Не прям что-то вас это задаривает сегодня прям. Чатерсы. Это первый раз, да. И последний тоже. Первый и последний раз. Уже выкидывать прямо в руме и высыпили подбирать, но это тяжело. А, подожди, оно еще и дамажит врагов, что ли, будет? What? А, или просто, видимо, так пердануло так, видимо, да, рядом с врагом, поэтому его задамажило. Окей, ладно. Еще одно дело. Первый день, ну, скорее всего, да. Ну, типа, блин, я не буду с этого тренить. Мне это не особо нравится. Голым не посидишь, поэтому сложно стримить. Неудобно. Может, будут специальные редкие стримы. Раз в 5 лет как раз. Как раз первый стрим за 5 лет с вебкой. Вот и он. Вот он и наступил тот момент. Максимум с кошкой. И то кошку он тоже включает уже редко. Тоже надо какой-то, чтобы был этот... лимит. Не было каждый стрим. Ленюсь. А зря ленюсь. Опять Марс. Я получил бомбы, да, вроде, как будто. Я не уверен. Но возможно. Hello, Infamous. Пушек. Стрем, ну да, потому что пошло. Что-то как-то умирали, а что-то сейчас пошло, прям пошло. А! Оно! Оно? Это что оно? Возможно, оно клип есть? Клип чего? А, про это да, там клипы есть. Клипы я не удалял. Только воду убрал. Клипы можно. Так уже очень смешно. Появляется на экране, как будто он прыгает на свою жертву. Еще и покебол, окей. Х69, лол. Смешная цена. Смешной ценник, но дорого. Дорого, слишком дорого. Так, походу, эта рума будет слева. Мне здесь уже босс на будет, скорее всего. Обратно айтемов пока все еще мало, наверное, будет. Это что это прок? Я так и не понял, чего это прокает. Ну, было, по-моему, пока всего 2 прока, да? По-моему, всего 2 прока было. С этого мема, чтобы враги в какие-то какашки черные превратились.
непонятные. Даже удобнее будет две херни подбирать сразу. Активка, кнопка. Зачем? А ты откуда взялся? А ты откуда взялся? Ну это нет, это не от активки, это точно не от активки. У меня же нет вообще активки, как ее нажимать? Если активки нет. А, Клюля мутировала? Нихуя себе. It's like she's fucking fire! Без аниме, не, без аниме никуда, это правда. Это факт. Здравствуй, Проксл. Все-таки аниме у нас будет, да. Ты будешь первым. Чук-чук-чук. Какое-то аниме про поезда. РЖД аниме. Походу вовремя, реально. Походу очень вовремя. О, опять. What the f... Чё происходит? Почему их столько много и от чего они появляются? От чего они появляются? Что это за хрень? Я сегодня под гачу уже флекс, я же говорю, я под все флекс. Не похуй. У меня бафомет. Нужно бафомет. Музыка появляется. Так. Да, это похоже на бафомет. Чух-чух. Ид чес. Что за активка, я так и не понял. Лолов там будет. Сыктывкар тех дабы. Пассивки, тут как много теперь пассивок-то стало, господи, одни пассивки. А, звук топотов. Это ж... А? Это что было такое? Это сейчас что было такое? Почему там столько было слез? Это откуда? Мне кажется, это вообще нормально флексит. Поломанные айтемы. А вдруг? Шали. Вдруг мощный, да. Заавтомодил. То есть замодил автомода. Какая неудача. Сыктывкар. Есть люди, родом из Чукотки, Сыктывкара. Нет, не надо никого обижать. Где три сообщения, что? Там есть три сообщения. Только одного я видел. Где три? Новая активка. Тоже мне звук понравился. О, буква Ж. Зовите Грега. Там буква Ж. Та самая.
Редкая буква Ж вайтами. Лобби. А? Что? Это что такое? Это что за красные двери? Это как? Это нормально? Можно ее открыть? Интересно, наверное, нет. И мист я. Вот клип сбил в стае. Самокет. Snow Watts today. Входи. Не. Не буду. Красный подвал, реально. Какие-то из магазина. Сколько? Какие-то там ёбка. Просто ёбка. Похосап, найс. О, господи, ну и челлендж. Микрополис Лухим. Кошка, момент. Она сразу вырвалась, она не хочет опять на камеру работать. Все, сегодня кошка отдыхает. Говорит, нахуй эту камеру. Согласен. Ладно, завтра покажу, возможно. А Сэнс Карзлом, кстати, да. Похоже, да. Есть такое это. Подсветка есть. Тут, видимо, что угодно возможно в этом челлендже. Все, что только в душе. Угодно. Hey, my life to give. It is not me. Стартер Д. П. Да еще. Ударим. Жаль. Жесть, она пропает. Господи, айтемы, конечно, цены просто. Ты это видел? Бенел. Дверки. Хоть бы ее открыть. Но ее вроде не открыть. К сожалению. Хотелось бы так открыть. Портал, да, наверное, в гридмод, наверное, будет. В гридиера. Еще и на подъеме сразу. Я же все были активки, да? Мусорные, по-моему, они все были мусорные, там ничего не было хорошего. Вау, это будет не орбиталка в какой-то веке. Да хуя ты угла дал! О, мне дали муху. Wait, муха. Мух! Дверь перемещается. Дверь двигается, подожди, она еще и двигается. Она... Куда она пошла? Куда она пошла? Спасибо за 250. Ронин, правильно? Привет. Ронин. Я смотрю тебя на Ютубе. Так сложилось. И вот YouTube, увидел. Ютуб, да, Ютуб, есть такое дату, дело. Что с Эдин Стриком? Только сегодня посмотрел. Эдин Стрик, я боюсь, у меня будут плохие для вас новости. Надеюсь, не слил. К сожалению, да, я его слил. Увы, увы, но так. Но ничего, мы скоро начнем новое. Скоро, через... Через Новый год перед Рождеством начнем новый, наверное. Где-то так, потому что я сейчас опять уйду в небольшой мини-отпуск. И там уже потом продолжим опять ебошить. Ничего страшного. Новый год, новый стрик. Это как бы база. Это все знают. Это база. Нужен новый стрик в новом году всегда. Я опять летаю через деньги, да? Все как в жизни. Полет стоит денег. Есть деньги, есть полет. Есть хп.
Новый день, не, новый день, новый цикл это будто Lost. Его больше нет с нами. А, мемы пошли, да? Ты откуда? Ой, я его удалил! У меня ластик. Ладно. Ладно. А можно его прохать почаще, чтобы всех удалить? Потому что тим-трейнер. Удобно. Heroes Form. Нет, там, по-моему, была фраза под названием Майкл. Может, не показалось. Может быть, показалось. Блять, таймер говна. Долгий таймер. Не показалось, не видно. Ну вот. Значит, все четко. Удалил. Идеально. Ну, походу, мы это пройдем. Судя по всему. И я говорю, воу! Someone totally took my identity and took all your money. Holy shit! Мы сегодня ебанулись. Месяц. С этим нашим снова. Вторым территорисабером. Спасибо тебе и твоему комьюнити за стрим и общение. Бурда, спасибо огромное. Здесь 40 USD, это... Новый год будет хотя бы не хуже. Ну и раз Twitch... Это Dead год, да, все-таки будет после Нового года, а не Eden, да, я правильно понимаю? Это сильно уже будет Dead год. Спасибо огромное, Бурда, за эти безумные деньги. И тебе огромное спасибо тоже. Я только рад, если вам хоть как-то помогает вся эта движуха, то я только за. Я рад, что вам это все-таки хоть какое-то удовольствие в это время приносит. Спасибо большое, Урда. Но, видимо, Эдена не будет у нас все. Будем делать этот год. Ну ладно. Жесть. Вот видите. Что творит вебка? Один раз включил и все. Доп-цель? Нет, доп-цели уже не будет, хватит. И так уже, по-моему, слишком много. Куда еще доп-цели делать? Что, бухаешь? Да, колу пью. Казахскую. Ну реально же, ребят. Спасибо большое. Что-то поддержку сейчас получается слишком много. Я вообще не думал, что мы столько сможем собрать. Года. So how are we doing, John? А еще и хайповоз. Господи. Хайповоз, он даже поехал реально. Подожди, он даже поехал. Спасибо Эхо за ресаб за 5 месяцев. И thanks Big Wave for 8 months. Thanks for Twitch Prime. Я сам себя наебал. Это не бандажка. Я думал, какая бандажка? Почему бандажка? Какая бандажка.
Зачем я летаю? А вот это уже бандажка. Вот это уже похоже на бандажку, кстати. Это уже больше на нее похоже, причем активка. Причем это еще активка, еще и одна рума заряд, походу, да? Что за жесть? А, это баттер, подожди, я понял. Это баттер. Все, ладно. Минус мозг. Меня маленько сбили просто. Что сегодня происходит? Так, ну ладно. Значит, в новом году мы делаем Dead God спидран. Значит, я когда вернусь, надо будет с первого стрима делать, видимо, раут. Будем смотреть. И тогда, видимо, я буду YouTube засирать Dead God, видимо. На самом деле, это хорошая тема, так вот. Тоже будет, наверное, интересно. Буду, видимо, там делать видео. Может, буду, типа, не как раньше заливать, а это кусками заливать. Чтобы было поинтереснее смотреть, чем целыми стримами. Я буду именно делать спидран, да. Я хочу именно сделать ран быстрый. Ну, максимально, чтобы я смогу быстро, конечно. Типа я не хочу снова пока без смертей. Ну, типа я же делал уже без смертей. Ну, все это без смертей. То есть это было 12, 11, не помню. Это было смертей. Я уже делал. Но это, я думаю, тоже сейчас сделаем. Может быть, потом. Я все думаю, что игра еще не закончена, понимаешь? Я все думаю, что еще может быть какие-то патчи. Когда делать сейчас файл без смертей, по-моему, смысла мало. Типа спидан вообще, ладно, можно когда угодно делать. Без смертей что-то я пока не хочу делать файл. Тут что-то еще буду добавить. Кто их знает? Кто этих псов знает? Почти ГПСПР, не ГПСПР у нас типа уже и был псевдо, когда мы делали файл бессмертия. Но это как бы жалко, это пародия была, как говорится. Все, Мара, за подписку Антошке. Помню, я уже всех удалил, я уже почти всех удалил. Уже, по-моему, никого почти не осталось. Чё, скамовоз убил, скорее всего, получишь, я думаю. Думаю, он точно будет. А ладно. А вот нормально. Страшно. Это в правильную сторону. Рестарты, да, это же будет спидран. Там рестарты есть. Потому что вы не поверите, но когда люди делают спидран Айзека, там есть рестарты. Это на самом деле не все поняли, потому что люди смотрели Черика, который делал одним сегментом рана, и он вообще не рестартил почти ничего. Он просто хуярил. У него написано было в тайтле спидран, но он кнопку R просто потерял. Он просто ее вообще не жал. Ну это как бы странно. Это, конечно, так можно делать, но смысла в этом, по-моему, мало. В таком спидруне. Да, который Poison челик. Poison type. Он, конечно, прикольно играл, я ничего не говорю, но блин. Ну где ресеты? Он просто, типа, он запускает, причем, грид-мод, в котором у тебя две айтем-румы, ну, одна, типа, всегда открыта, там можно найти что-то хорошее. Берет какой-нибудь, не знаю, рейндж-ап и хуярит. И, типа, зачем? Там, типа, ну, 3 секунды нажми кнопку R, а там что-то будет получше. И будет играть явно поприятнее. Ну, ну, такой стиль игры у него, видимо, не хочет присутствовать. Но я так делать, конечно, не стану. Я все же старый спидранер, поэтому я маленько буду рисовать все равно. Хотя в репе в целом, я скажу честно, там решили смысла мало. В репе прям смысла сильно меньше, чем раньше. Ну блин, но не грид-мод. Грид-мод это прям надо рисовать. Там, ну, сильно легко найти хороший айтем на старте. Типа это очень просто делается, очень быстро. Там ты время особо не теряешь на этом. А вот типа в хардмоде, в обычном ране, там да, там уже бывает душно, типа искать старт. Там даже скорее на смысла больше какие-нибудь херсумы проверять, если есть какой-то сделку. Что-нибудь со сдоки найти, если типа не идешь на мегастена.
Если мне надо быть на ангелах, то вариант. Я про то и говорю, типа, ну блин, говорит, вот играть без ресетов — это такая душнина. Там тем более скрин. Там, не знаю, какой-нибудь Телазарь, какой-нибудь Декайн. Это слишком душно и долго. Я, конечно, так его играл, понятно, но это реально не для всех удовольствие. Не для всех. ПВР. Нео, наоборот, это не бегал, он, кстати, вроде будет бегать. Я такое слыхал на его стриме, что он будет бегать тоже, типа Dead God'а, но он пока еще этого не делал. А так, сейчас VR, по-моему, 135, по-моему, у Пингвина. И там сейчас Лисенок, возможно, обгонит его. Я вот верю, что он сможет. Еще бегает Гамонимус, он позади Лисенка по времени, ну потому что он позже запустил. И там не знаю, что у него будет. Может, тоже обгонит. Я думаю, Лисенок точно обгонит, а вот Гамонимус хз, типа обгонит или нет. У него пойдет с этим дело. Ну там, я думаю, часов 120 с чем-то можно сделать, наверное. Так, по ощущениям, 120, может даже сам 120. Можно. О, господи, еще. Даже побит рекорд всего времени, вот. Всех времен рекорд как побит. Сделали VR только походу хайповозом. Спасибо огромное Фенкер за 10 подписок. И там еще был Валтини, я помню, да, не сказал. Спасибо Валтини за гиперсап. Юкаю. Спасибо большое, Фенкер. И мы это опять прошли. Победа. Найс. Хорошо. 6. Тоже новый рекорд. Личный. Только без вода, и никто не поверит, что был такой рекорд. Никто не поверит. Ну и плевать. Мне плевать.